Здравствуйте, мои дорогие уважаемые подписчики. Я продолжу это быстрое видео, как знаете, канонсное. Вот я вам сейчас покажу кадр, а вы посмотрите и скажите, что вот в этом кадре необычного. Саша может встать возле мангала, стоять. А ну-ка посмотрите, пожалуйста. И в комментариях напишите. Я ничего не делала абсолютно. Саша обжаривает рыбу. Я вам говорила, что сегодня у нас жареная рыба. Видите, как хорошо зажаривается рыбка. На газу вы так никогда, какая бы у вас сковородка ни была, какой бы жир ни был, вы никогда не сможете так обжарить. А вот такая зажаренная рыбка, кости не чувствуется. Это вообще просто вкуснятина. И вот Саша потихоньку палит, фильм тут сидит, смотрит. Видите, он сколько еще много. Маловато, да, сковородка? До работы до вечера. Ой, да ладно, а та сковородка была еще меньше. А ты ж тут си возле, это жарко сильно. Просто жарко. Мы не ищем легких путей. Я знаю, это лозунг Сашин. Мы не ищем легких путей. Так что посмотрите, пожалуйста, вот на то, как Саша жарит рыбу. И напишите мне в комментариях, что здесь необычного. Хорошо?